Всем добрый день! У нас сегодня снова спа процедурки. И это наша девочка Лула. Девочка наша не продается. Она наша красотулечка, живет с нами у нас. Так, мы покупались, конечно же, высушились полностью. Это вот моя любимая расчесочка, которой нужно проверять. А можно и вообще вот такой тоненькой маленькой расчесочкой проверили. Как идет плавненько, как волосики все расчесаны. У Лулушки уже длинный волос. Посмотрите, какая красота. Прям просто божественный. Прям аж переливается каким-то таким голубым цветом даже. Лулушка у нас еще небольшая, ей год с лишним. Вот такая красотулечка наша. Все, засуетились. Так, проверяем полностью всю красоточку. Расчесываем до самого низа, до самого конца. Каждый кусочек. Все должно плавненько вот так идти. Если у вас вот так пошла расчесочка, так вы вообще просто молодцы. Да, вот так размещаются, все хотят купаться и расчесываться. Маме на внимание. Ну все, мы полностью расчесались. Вот, вот так красиво, легко пошло. Ну так, мои хорошие, да, конечно же, надо ежедневно это делать, но после купания особенно. Ну вот, вот так мы полностью порасчесались. Теперь массажик такой. Вот такой массажик головы. Ну, потому что носить резиночки, бантики немножечко порой неприятно. Да и устает их не головочка. Поэтому обязательно надо сделать такой расслабляющий массажик. Вот они все кайфуют, конечно. Такая вот массажер такой приятный. По головочке обязательно. Ну и тут тоже можно раз. Ой, вот так скажи, аж выгинается. Вот так вот можно собачку свою побаловать. Да, моя сладенькая? Так, ну все. Теперь мы приготовили бантик такой. Расчесываемся еще. Лулушка у нас молодая, но ей годик с лишним, с хвостичком. Вот поэтому еще волосики некоторые не доросли. Ну, в основном, в принципе, уже поднимаются в хвостик. Так, солнышко, давай. Мама быстренько завяжет. Понимаю, да, что порой неприятно, не хотят они эти резиночки, бантики. Но без этого никак, потому что если не заплетать резиночку, то волосики опускаются на глазки, и это не есть хорошо. Так, вот так взяли тут, собрали хотя бы впереди то, что мешает, и заплетаем. Ну, бантики я, конечно же, люблю, очень люблю. Малышам, те, которые щеночки, бантики не завязываю, только когда красоту показываю, ну, потому что когда они гуляют все вместе, они начинают сразу реагировать на эти бантики и стаскивать, и могут их проглотить, жевать, в общем, такое. А когда просто резиночка, то, в общем-то, они, наверное, и не замечают. Ну вот, вот наша красотулька. Девочка чисто черного йорка. Это наша красотка. Есть в продаже щеночки. Девочка есть чисто черная, и мальчишки есть еще чисто черные. Есть у нас Кристиан, мальчишечка стандартный. И есть Амурчик, чисто черный мальчик. И девочка есть Лора, чисто черного окраса. Вот такие вот детки. Детки у нас есть вообще разные. Можно заглянуть в наши предыдущие все видео. Там мы все рассказываем, показываем. Если вас еще интересует какая-то информация, пожалуйста, вы можете задать все интересующие вас вопросики мне в личные сообщения. Вайбер, WhatsApp, Telegram, куда вам удобно. Можно даже позвонить, можно приехать к нам. В общем, мы готовы
ответить на все интересующие вас вопросики. Вот такие красотулечки у нас есть. И такие красотульки могут быть у вас. Все. Вот такая девчоночка. Теперь будет красоткой. Побежала гулять. Все. Всем пока. А это наш питомник. Домашний питомник. Elite Pets. Город Евпатория. Вот такие красотульки у нас есть. Все. Пока-пока. До новых встреч. И я тебя люблю, да.